Всем привет, вы на канале Мистер Кубик. Вчера, 5 июня, произошел сбой в работе сервисов Mail.ru Group из-за пожара в арендованном дата-центре в Москве. Проблемы в работе начались в среду после 17:00 по московскому времени. Сейчас перед собой вы видите небольшой ролик данного пожара. Есть несколько теорий, почему возник пожар. Возможно, у кого-то сгорел пукан, в прямом смысле. Или, возможно, тот, кто не может попасть на арену Норьет уже неделю, решил, что если я не попаду, то никто не попадет. Но нет, конечно, это все шутки. Причина пожара выясняется. Что касается информации на серверах, то техническая команда Mail.ru Group быстро отреагировала на ситуацию и перенесла основные нагрузки в другие дата-центры. Но часть сервисов компании могут работать в данный момент с ограничением. По имеющейся информации, пользовательские данные не пострадали. Сегодня у нас 6 июня, уже вечер, четверг, и как всегда в этот день недели в игре Arcage проходят профилактические работы. Я говорю, проходят не в прошедшем, а в настоящее времени, потому что они еще не закончены, и время их окончания неизвестно. По словам работников Mail.ru Group, отвечающих за игру Arcage, данный пожар не связан с задержками технических работ. Они ведут работу по устранению ошибок в игре с корейскими разработчиками. Хорошо бы это было бы правдой. В ближайшие дни мы узнаем более подробную информацию о случившемся пожаре, а также об окончании технических работ и возможной компенсации. Ну и наконец-то у нас будут новые сервера. Вот такие вот новости. Свои комментарии оставляйте под описанием, не забывайте также прожимать лайки видео и подписываться на канал, кто еще не подписан. На этом еще раз все, всем до завтра.